Всем привет, друзья! Это Школа научных чудес. Сегодня мы, как всегда, будем химичить, экспериментировать и доказывать, что наука может быть интересной и занимательной. Меня зовут Андрей Бортов, это Никита. Мы с ним вместе сегодня будем химичить, экспериментировать. Здравствуйте, друзья! Привет! Привет, Андрей! О! Вот эта книжка у моих руках не зря. Книга за 9 класс «Физика». Вот благодаря этой книге мы сегодня поставим эксперимент. Да, а точнее, благодаря одному разделу из этого учебника, который посвящен равновесию. Что такое равновесие, Никит? Что это? Вот равновесие. Вот равновесие. Ну, как-то очень примитивные у тебя познания о том, что такое равновесие. Но, друзья мои, мне кажется, что здесь, в Arcadia City, точно найдется человек, а может быть, сразу группа потенциальных ученых, которые ответят нам на этот вопрос. Так что, зададим его? Пройдемте. Пройдем. Сейчас мы точно узнаем, что такое равновесие, по крайней мере, нам так кажется. Этот эксперимент лучше всего проводить в одном из замечательных кафе Arcadia City. И все это будет согласно учебнику физики за 9 класс. 9 класс. Посмотрим, что человек, который нам сейчас поможет в этом вопросе. А может быть, несколько, что он знает. Посмотрим, что такое равновесие. Идем. Девушки, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Можно мы сразу перейдем к делу? Меня зовут Андрей, это Никита, и мы хотим предложить вам принять участие в одном маленьком эксперименте от Школы научных чудес. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Ольга. Как зовут вас? Анна. Очень приятно. Но я все равно остаюсь Андреем. Это человек, который остается Никитой. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, что такое равновесие? Ваша версия. Может быть, и знаю. А что это такое? Ну, если не секрет, но это же простой вопрос. Что это, Павел? Это два предмета, которые находятся на одном уровне. А если три? Тоже. И не на одном? На одном. Все равно на одном? А как по-вашему, что такое равновесие? Когда тело находится в состоянии равновесия? Все тело или души? Вот вопрос. А, ну это круто, когда душа находится в равновесии с телом. И с телом, вот это идеально. Но мы, знаете, все-таки перейдем к простой формулировке, которую говорят еще даже не про душу, а просто вот про тело, которое объясняет обычный учебник физики за 9 класс. Мы тут выделили, кто из вас сможет прочитать? Анна, читайте, что там выделено, что такое состояние равновесия? Если тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, то в таком теле материальной точки говорят, что оно находится в состоянии равновесия. Замечательно. А еще говорят, знаете, когда сумма всех сил, действующих на тело, просто равна нулю, поэтому оно находится в равновесии. Хотите принять участие в одном эксперименте нашем? Нужно будет сидеть за столом и делать этот эксперимент вместе с нами. Как он? Да? Отлично. Тогда появляются все нужные реквизиты. Итак, смотрите, что нам нужно. Для первой части этого эксперимента нам достаточно всего трех предметов стеклянных и трех предметов металлических. Скажите, пожалуйста, вот три стакана, вот три ножа. Как сделать так, чтобы четвертый стакан оказался в состоянии равновесия вот здесь, вот между тремя стаканами, при помощи перечисленных шести предметов? Ну да, это же надо подумать. Вы еще нашли, кому подойти к доме? Я думаю, вы точно сможете. Так, отлично. Вот так вот они должны стоять. По подсказке, стаканы можно, конечно, двигать. Смотрите, берите один ножик вы, один ножик вы. Так, можем. Так. Так. А ножи как будут участвовать? Как ножи смогут? Отлично. И вы можете просто вот так вот делать. Все в отлично. А теперь представьте себе, если мы стаканы вдруг сделаем вот так вот пошире, да, расставим друг относительно друга. Попробуйте поставить в центр стакан. Браво! Браво! Отлично! Этот стакан находится в равновесии, вся система равновесия. Никита, нам требуется... Подожди. Нам требуется усложнить конструкцию. Давай туда шампанское. Хуже. Мы возьмем наш разносик и еще три стакана. Возьмем наш разносик. Один, второй, третий. И разносик. Будьте любезны нам. Так. Теперь ставим разносик. А теперь-то нам-то понадобится бутылка шампанского. Вот это и есть состояние равновесия.
теперь вы точно можете сказать, что вы знаете, что такое школа научных чудес. Это очень интересная школа. Я думаю, что нам бы хотелось записаться в нее даже. Это после эфира. Смотрите школу научных чудес на GTV.